эти инструменты служили ему для сшивания сосудов. Опыт 879. Замена левой передней ноги. Вы понимаете, что ваш опыт подложил бомбу под теорию иммунитета? Зачем нужно было пересаживать голову одной собаки на шею другой? Конечно, Владимир Петрович опережал свое время. Он бежал впереди многих направлений хирургии, создавая свои собственные пути. Мы сегодня будем говорить об удивительном человеке. Его зовут Владимир Петрович Демихов. Из простой семьи, крестьянина, из Донской станицы, он поднялся на вершину мировой науки. Если сейчас спросить, кто из советских, российских ученых почитаем в мировой сердечно-сосудистой хирургии, в кардиотрансплантологии, то фамилия Демихова будет одной из первых. И вот представьте, 1937 год. Воронежский университет, биологический факультет, кафедра физиологии человека и животных и группа студентов и одного ассистента во главе со студентом 4 курса Демиховым представляет свою работу имплантируемое, то есть вставленное в грудную клетку собаки электромеханическое сердце. И с этим насосом, сделанным, по сути дела, на коленке, собака жила 2,5 часа. Вот это первое было достижение Владимира Петровича. Затем из Воронежского университета он переводится в Московский университет на биологический факультет. Начинает работать с выдающимся советским врачом, экспериментатором, изобретателем Сергеем Сергеевичем Брюханенко. Но их пути разошлись. Брюханенко занялся оживлением организма теплокровных животных с помощью своего аппарата, который называл автожектором. Это прообраз аппарата искусственного кровообращения. А Демихов пошел по другому пути. Он решил восстанавливать здоровье и даже возвращать теплокровных животных, а в перспективе человека, с того света при помощи пересадки жизненно важных органов. Жизненно важных органов у нас два. Это легкие и сердце. Мы с вами находимся в одном из залов Российского музея медицины, где хранятся артефакты, связанные с Демиховым. Вот, например, протокол операции, которую Демихов провел 6 августа 1940 года. Под эфирным наркозом произведена операция пересадки сердца от 3-месячного котенка крупному коту под кожу паховой области. Операция длилась около 3 часов. Ну а чтобы кота согреть после операции, на него положили электрическое одеяло. Операция закончена. И все операторы, их было несколько, пошли в буфет. Что же они увидели, придя из буфета? Через 1,5 часа после операции, по возвращении из буфета, всех участников в операционной обнаружил начавшийся пожар, случившийся из-за замыкания проводов в электроодеяле, покрывавшем кота. Загорелся пол и частично обгорел хвост кота, несчастное животное. После ликвидации огня, ввиду скандального происшествия, кот был увезен в общежитие в комнату, где жил Демихов. Откуда по недосмотру кот сбежал, вследствие чего не удалось провести послеоперационное обследование. Вот так начиналась трансплантология в нашей стране. В 1945 году он закончил свой военный путь в Маньчжурии. Он воевал и на Западе, и на Востоке. Вернулся в Москву в ноябре 45-го, а в 46-м в феврале уже начал свои опыты. И опять же, первые в мире опыты. Он начал пересаживать
сердца и легкие собакам, то есть теплокровным животным, а крупная собака – это маленький человек, в грудную клетку. Почему это было важно? До него сердце пересаживали, начиная с 1900-х годов, это было вначале в Америке, потом в Германии, но сердце пересаживали на сосуды шеи. При этом сердце не функционировало как орган, как насос, через него просто перекачивалась кровь. Демихову это было мало, и он решил сделать, опять же, первые в мире эксперименты с помещением сердца и легких в грудную клетку, где сердце выполняло бы свою насосную функцию, качая кровь по большому и малому кругу кровообращения, и одновременно с помощью легкого эта кровь бы оксигенировалась. Внизу, слева, фотография операционной Демихова, где он работал. Здесь идет какая-то операция по пересадке, может быть, дополнительного сердца или легкого в грудную клетку собаки. Здесь уместно вспомнить об еще одном ученом Советского Союза. Это профессор Синицын Николай Петрович из Горького, ныне Нижний Новгород. Он впервые в мире в 30-е годы стал пересаживать сердце в грудную клетку лягушки. И это сердце приживало и работало. Но одно дело лягушка, другое собака. Абсолютно разные организмы, да и сердце разное. У лягушки сердце трехкамерное, у собаки четырехкамерное, как у человека. Поэтому, конечно, опыты Демихова были ближе гораздо к клинической пересадке сердца, нежели опыты Синицына. В 47 году в июне он переходит из Московского пушно-мехового института в Институт хирургии Академии медицинских наук СССР. Демихов перешел с одной целью, чтобы внедрить результаты своих экспериментов в клиническую практику. Демихов не был врачом. По специальности он был биологом и физиологом. Поэтому все свои эксперименты проводил на животных. Но для того, чтобы внедрить результаты своих экспериментов в клинику, ему нужна была помощь клинических хирургов. В институте Вишневского, а он там проработал до 1955 года, Демихов выступал с результатами своих экспериментов на научных сессиях института. Работу Демихова знали, но ценили ли? В то время грудная хирургия была в самом таком начальном своем развитии, а о пересадке сердца даже и думать было нечего. Очень скоро Демихов разочаровался в том, что ему удастся перенести результаты своих экспериментов в клинику. Поэтому для дальнейших своих экспериментальных и научных исследований он, я бы даже сказал так, потребовал, чтобы его перевели в другое учреждение, а именно в Первый Московский медицинский институт на кафедру оперативной патологической анатомии. При этой кафедре была основана лаборатория по пересадке органов Академии медицинских наук, которую возглавил Демихов. К этому времени у него за плечами были еще не менее важные достижения, чем те, о которых я говорил выше. Например, в 1952 году он впервые в мире соединил внутреннюю грудную артерию с коронарной артерией. Сейчас эта операция известна как мамаро-коронарный анастомоз или мамаро-коронарный шунт. Конечно, Владимир Петрович опережал свое время. Он бежал впереди многих направлений хирургии, создавая свои собственные пути. К 60-му году он написал две книги. Одна книга вышла в издательстве «Знания», тоненькая книжка с мягкой обложкой, где он изложил основные результаты своих опытов. А к этому времени он провел уже 250 пересадок дополнительного второго сердца в грудную клетку. А в 60-м году, в марте месяце, он отдал в печать книгу, которая прославила его на весь мир.
пересадка жизненно важных органов в эксперименте, которая стала библиографической редкостью. Один из крупных американских хирургов вспоминал, что когда эту книгу презентовали на заседании общества американских хирургов, то некоторых солидных хирургов, хирургов со стажем, хирургов, имеющих приоритеты, пришлось за руки выводить на открытый воздух, потому что они разом потеряли все свои приоритеты. Оказалось, что там, где они считали, что они были первыми, Демихов был первым. Так вот, мировая известность пришла к нему как раз после выхода в свет несколькими изданиями на нескольких языках вот этой книги. Но она не стала вершиной его творчества. Этот журнал посвящен опыту, который стал вершиной в карьере Демихова. Псу Гришке 20 июня 1962 года было пересажено второе дополнительное сердце в грудную клетку с одним легким. И Гришка прожил с этими органами, работающими органами, без иммуносупрессии 141 день. И об этом опыте писала вся советская пресса. И он даже читал лекции в Политехническом музее, показывал своего пса. И грудной клетке его были представлены микрофоны, и на весь зал раздавалось биение двух сердец. И сидевший в зале корреспондент написал: вот точно так же пи-пи-пи-пи подавал сигналы первый советский искусственный спутник Земли в 1957 году. То есть эти опыты сравнивались с полетом человека в космос. Я думаю, что они были недалеки от истины, потому что вообще сердечно-сосудистая хирургия наряду с полетами в космос стала таким одним из самых крупных достижений человечества в 20 веке. Обратите внимание вот на этот аппарат. Это насос пневматический, который может заменять работу сердца. Его сделал Демихов, я думаю, своими руками. Ну, с привлечением инженеров, конечно. Вот она фотография. Вот Владимир Петрович с этим насосом. Я бы датировал его концом 50-х годов, год 59-60, когда он готовился к пересадке сердца в клинике. И было важно запустить сердце умершего человека, чтобы можно было его пересадить. А чтобы поддержать работу этого сердца, ему нужен был внешний прибор. Вот это пневматическое сердце можно использовать при пересадках сердца человеку. В 1959 год. Демихова приглашает Германская академия наук. И на его лекции съезжалась вся Европа. Хирурги из Западного Берлина, из Швейцарии, из Великобритании. Были американцы. Его операции, которые он делал в ГДР, транслировались по телевизору. А чем он там занимался? Он пересаживал второе дополнительное сердце в грудную клетку собаки и пересаживал голову или переднюю половину туловища небольшой собачки на сосуды шеи другой. Весной 59 года произошло два события. Первое событие – известная немецкая газета провела круглый стол. Там выступали хирурги, социологи, теологи, философы, писатели, в частности, Герман Гессе. А тема круглого стола была «Двуголовые монстры советского хирурга Демихова». И вот эти представители цивилизованных стран рассуждали о том, а можно ли вот такими экспериментами вторгаться в существо Божье? Можно ли изменять то, что Бог придумал изначально, скажем, с одной головой? Можно ли делать из этого двуголовых монстров? И знаете, какой был итог круглого стола?
Итог круглого стола был такой. Такие опыты возможно проводить только в Советском Союзе. И могут их делать только коммунисты. А вот западные ученые, они моралисты, они веруют в Бога, и они считают эти опыты аморальными. Я думаю, что этот круглый стол и рассуждение о моральных аспектах трансплантологии был первый в мире. Ну, вы можете спросить, а зачем нужны были такие опыты? Зачем нужно было пересаживать голову одной собаки на шею другой? Дело в том, что в 50-е годы в советской науке главенствовал нервизм Ивана Петровича Павлова. И считалось, что все болезни, даже инфекционные болезни, которые, как мы знаем, вызывают микроорганизмы, происходят от нарушения нервной трофики, от нарушения нервной регуляции. И понятно, что когда орган изымается из одного организма в другой, он теряет свои нервные связи с этим организмом. И Демихову стали задавать вопросы, а как же реагирует центральная нервная система на пересадку органов? Тогда он сделал вот такой опыт и показал, что центральная нервная система собаки-реципиента и собаки-донора существует независимо друг от друга. Что центральная нервная система никоим образом не влияет на приживление тканей и органов. То есть он доказал, такую совершил маленькую научную победу, выводы которой шли вразрез с наукой того времени. Ну, понятно, что сейчас таких опытов делать никто не будет. Кейптаун, Южная Африка. Утро. Молодой южноафриканский хирург Кристиан Барнард за чашечкой утреннего кофе просматривает южноафриканские газеты. И вдруг в одной газете видит сообщение о том, как в Европе советский хирург Демихов пересаживает голову одной собаки на сосуды шеи другой. Барнард потом вспоминал, что он так загорелся этой идеей, что тотчас побежал в эксперименталку и сделал этот опыт. Вот эти операции пересадки головы маленькой собаки на сосуды шеи другой дали толчок всей программе трансплантации органов в Южной Африке. В 1967 году в конце Кристиан Барнард выполнил первую в мире пересадку сердца от одного человека другому. И вот возникает вопрос, а мог ли Демихов сделать это в Советском Союзе? Вопрос очень сложный. Потому что на него есть несколько ответов. В 1963 году по инициативе Демихова проходит заседание коллегии Министерства здравоохранения Советского Союза. Вопрос, который рассматривала коллегия, звучал так. О состоянии трансплантации органов в СССР. Основным докладчиком выступает не кандидат наук, тем более не доктор Владимир Петрович Демихов. И вот представьте, если бы в 1963 году Демихов сделал первую, ну, понятно, что с помощью других хирургов выполнили бы первую пересадку сердца в мире, они бы опередили Барнарда на 4 года. Но не получилось, не удалось. В 1967 году Барнард пересаживает сердце, становится человеком года. Потом вал этих операций пошел по всему миру, только... В 1968 году было сделано более 100 пересадок сердца, включая такие, ну, экзотические страны, например, как Чили. В Советском Союзе попытался эту операцию сделать в конце 1968 года Александр Александрович Вишневский. Но это была лишь попытка. Операция закончилась, но, к сожалению, реципиент умер спустя несколько часов после операции. Это, опять же, говорит о том, что вряд ли в то время советская хирургия, советское здравоохранение были способны внедрить такую операцию в широкую клиническую практику. Если до 1967 года лабораторию Демихова посещали очень много иностранных хирургов,
то после 1967 года интерес к деятельности советского хирурга угас. И ни одного иностранного хирурга после 1967 года в его лаборатории не было. Его не случайно называют основоположником экспериментальной трансплантологии жизненно важных органов, пионером этого направления в мире. Так вот, если в 50-х годах он был впереди этого направления, то к концу 60-х так получилось, что иностранные хирурги, особенно американские, быстрыми шагами пошли вперед, и советская трансплантология отстала. Демихов прекрасно понимал, что он экспериментатор. И он, наверное, догадывался, что ему не удастся сделать эти операции в клинике. Но он говорил: «Все, что я делаю в эксперименте, я делаю для людей». Он создавал модели пересаженных органов и говорил клиницистам: «Берите их, изучайте, внедряйте, пересаживайте органы. Вот я сделал модель, модель работает, пересаживайте эти органы, пожалуйста». Но, к сожалению, он слишком, я думаю, лет на 10 обогнал наше время. А может, на больше. Конечно, мы обсудили лишь некоторые стороны жизни, деятельности и достижений Владимира Петровича Демихова. Я думаю, что это громадная, колоссальная фигура еще ждет своих исследователей в будущем.